не идет, я, блин, записываю. Я не нажала, я любуюсь на кошку. А вот сейчас пошло. Вообще ворона, снимаю, не нажала кнопку видео. Я козявка вообще. А вы такие в розовом. Ну-ка, дай-ка я вас на видео сниму. Я не замечаю. Ну да, а люди, кстати, обратную связь. Со стороны бывает. Я сижу тут. Шалмух. Ну это я не могу, я вообще животных люблю. Я бы с ними жить осталась. С животными. Они на них главные. А есть одна девушка, Ольга Берсенева, она осталась жить с собаками. Она говорит, Рудик, меня не слушает. Ты представляешь, я говорю, да, это меня раздражает. Ну вот, а она сейчас с пятью собаками живет в какой-то деревне. Кто у нее хорошо? Собаки слушают. Пять овчарок, и она еда. У нее там еще чихуахуа, в общем, у нее собаки. А я не знаю, она кинолог. Она еще с собаками сидит с чем-то. Я не знаю, на что она живет, но она кинолог. Живут за городом, собачек разводят. Когда ходят, имеют, да, ну в общем, как-то вот она что-то, она, я как-то... Вот просто вот ей с животными легче. Это не нагоет. Ай, как тебе кусать. Это что? Ой, упадешь. Смотри, грызет. Ой, вкусно. Ты же кусака, это же просто съемка. Вот свалишься. Ладно, сейчас пойдем. Это откуда такой грызун? Нет, мне нравится. Главное, записываю, а кнопку не нажала. Я думаю, что у меня тут красное это горит. Мне нравится, когда люди могут обсуждать какие-то идеи. Все, от сумки одна котлета останется. Слушать там собеседника, слышать. Это не про меня. А допускать, что я могу ошибаться, мой собеседник может лучше знать этот вопрос. Учиться. К сожалению, просто часто общаются люди религиозные, фанатичные, которые прикипели к своим убеждениям, да, и больно они начинают, там, мало того, что они не готовы к ней, даже когда им какие-то аналогично разумные вещи говоришь, они начинают себя еще убеждать в том, что вот они-то знают лучше, а ты так, дескать, ошибаешься. Так и это понятно. Вот это вот печально, когда ты получаешь, это причем некоторые тоже вот есть, ну, знакомые некоторые. С которыми я знаю, что стоит разговор на определенную тему завести, они сразу начнут доказывать, что они правы. Мне нравятся люди,